Опыт более 25 лет. Работодатель для 2500 сотрудников по всему миру. Предприятие в 14 странах. Ведущий в своей отрасли на мировом рынке. SOEX. Repair, Reuse, Recycle. SOEX объединяет процессы Repair, Reuse и Recycle в образцовую во всем мире цепочку по воссозданию ценностей. SOEX экономит энергию и материал, разрабатывает новые долгосрочные рынки, создает структуры и рабочие места. Предприятие SOEX Wolfen – это современнейшее в мире предприятие по вторичной переработке текстиля с ежедневной загрузкой в 300 тонн несортированного бывшего употребления текстиля и обуви из всей Германии. Сортировка на SOEX производится по более чем 300 критериям, к примеру, по разновидности текстиля или одежды, целевым группам, маркам, стилю и окраске, по особым пожеланиям клиента и специфике рынка, техническим, законодательным и культурным особенностям. Для максимального улучшения процессов сотрудники постоянно обучаются в вопросах рынка, моды и материала. Важнейший девиз здесь – оптимальная ориентация на клиента. Кроме того, сортировка производится строго по качеству. SOEX различает 5 категорий качества. Лучшее – это превосходные кремовые, затем первый, второй, третий сорт и продукты вторичной переработки. Каждый сортировочный критерий имеет свой код, точно так же, как и каждый заказ клиента. Хорошо продуманная техническая система сводит в финале эти два фактора к одному результату – точность количества и содержание, затребованные клиентом. Все товарные ресурсы Wolfen, а также наличность товаров и сортировочные процессы внутри всей сети предприятий SOEX регистрируются в центре управления в Bad Oldesloe. Тем самым заказ клиента можно по желанию в любое время дополнить или изменить. Или заранее избежать перебоя на предприятии. Около 15% старого текстиля, который ежедневно поставляется в Wolfen, использовать как одежду уже нельзя. Он попадает в суперсовременную консервальную машину. По семи друг за другом следующим ступеням процесса, начиная с приемного барабана и размельчителя, рваные джинсы, пуловеры, полотенца, пальто и многое другое превращается в тончайшее регенерированное волокно. Это регенерированное волокно используется, к примеру, в автомобильной промышленности как изоляционный материал. И здесь SOEX отвечает специальным пожеланиям клиентов. Состав волокнистой массы при сортировке подбирается так, чтобы клиент получил волокна, например, только из шерсти, хлопка или акриля. Даже текстильная пыль, неизбежно образующаяся в консервальной машине, используется как перспективный заменитель топлива при производстве цемента. Наконец, принадлежащим предприятию смесители, глобальное предложение дополняется за счет гомогенных смесей из нового и регенерированного волокна. SOEX обслуживает рынки по всему миру. В странах с переходной экономикой не новый, но полноценный текстиль – продукт высокого спроса. SOEX создает тем самым новые региональные рынки. За счет точной, управляемой компьютером последовательности процесса, вплоть до контроля готовых к транспортировке контейнеров,
SOEX добивается оптимальной ориентации на клиента. Своим деловым партнерам SOEX предлагает сеть предприятий по всему миру с высочайшей производительностью. Девиз SOEX гласит: «Мы не отсортировываем, мы сортируем». Сортируем до тех пор, пока ничего не останется для сортировки. Zero Waste. 0% отходов – это наша цель. Новаторские идеи инженеров, партнеров, сотрудников и клиентов помогут нам в этом. Rewear. Reuse. Recycle. Это принцип SOEX.